Вы наверняка, если честные люди, я в этом нисколько не сомневаюсь, даже директор школы. Хотя наверняка в меньшей степени. Но, потому что она тем имеет право распорядительных функций. Но, участвуя в этом, вы разве не считаете, что вы им помогаете? Вот о чем. Опять же, это ваше право. Я лично не считаю. Они выполняют свой долг. Вы, может, они сами за себя скажут? Как вы считаете? Какой долг? Какой долг они выполняют? Есть какой-то долг, что ли? Вот здесь присутствовать? Ну так в таком случае и у меня есть долг здесь присутствовать. Мы здесь все выполняем долг. Ну так вы здесь, видите, всем интересно меня слушать. Мне было бы интересно, уже бы сказали, хватит. Нет, я хочу, когда Лена приедет. Я еще не вызвал. Больше ничего. Если нет, я пошла, у меня много... А вас позову, придите, пожалуйста, я вас не вызывал еще. Знаете, ваше разрешение, потому что не надо. Я знаю, я к тому, что я вас не приглашал. Я вам сообщаю, что полиция приедет, она вас наверняка пригласит. А вы лучше действительно своими делами не занимаетесь. Конечно, спасибо. А да, вот пожалуйста. Вы как заходите в стены нашей школы, и как всегда какая-то недоразумение... Ну, может, вам проще? Я же вам в прошлый раз предложил уволиться. Вы не будете уволиться? Нет, ничего. Вы тогда к нам не заходили. Почему? Ну, я житель города Кирова, я член избирательной комиссии Кирово-Чепецкой. Я желаю проверить, что здесь происходит. Здесь ситуация связана с предстоящим. У вас как раз все ненормально. Это вы так считаете? Я так считаю, именно поэтому я здесь, и поэтому я буду вызывать полицию. Это мое мнение, вы правы. Просто вы как-то перескакиваете. Откуда? В смысле, откуда? Перескакиваете. С темы на тему. Нет, что вы, что вы. Ну, в любой ситуации можно сказать, что вы, что вы. Я с вами в одной теме. Это вам... Хочется думать?